Yeah. Эй! Слава КПСС, самый политический рэпер в мире, блядь. Вытяни коленца, в колодце не согреться. По России матушки Катя тают как креста. Как бы не сколоть свои соски, тот бюджет. Чтобы сын был ближе к Богу, куплю ему бизнес свет. Вытяни коленца, в колодце не согреться. По России матушки Катя тают как креста. Как бы не сколоть свои соски, тот бюджет. Чтобы сын был ближе к Богу, куплю ему бизнес свет. Знаешь все, я не то что за разврат и воровство. За откаты и кума сто, просто так тут заведено. Россия! Господь Бог, чтобы менять порядки. Ракус есть, но я не рожден, чтобы менять портянки. Если много серого вещества на полочке, суть моя конечная, значит похуй после нас. Пусть хоть потоп, хоть дождь из кислоты и метеоров. Но на отпуск мы с семьей хотели выбраться, как город Сан-Тропе или Санта-Фе, или Санта-Моника. Вся ваша наука от души есть позитроника. Вымыслы на вымысле, дурите деревенщин. Если бы вы были начальством, вы бы пиздили не меньше. Это факты биологии, мы в пищевой цепочке. Эгоизм у нас внутрях, так что отставьте разговорчики. Об общем благе жить, как таракани и бега. И я буду доволен, если стапком буду я. Вытяни коленца, в колодце не согреться. По России матушки Катя тают как креста. Как бы не сколоть свои соски, госбюджет. Чтобы сын был ближе к Богу, куплю ему бизнес джет. Вытяни коленца, в колодце не согреться. По России матушки Катя тают как креста. Как бы не сколоть свои соски, госбюджет. Чтобы сын был ближе к Богу, куплю ему бизнес джет. Если хочешь, то коррупция. Новый гуманин, ведь законы и конституция забрали твое право убиваться или трахаться. Чем хуже проституция, чем роль машинки кассовой. Ты винтик капитала, без сознания и воли. Отпускаешь помидоры, чтоб я чилил на курорте. Взятка — это способ избежать грядущую несправедливость, так целуйте за гребущую ручку мне. Странная коррупция везде. Примут с косячком, так ты продажного мента. Будешь видеть раз больше, чем гробу родную мать. Так что гамлет, рассуди Россию, брать или не брать. Конечно, да, но осторожно, из человека любя. Ведь я же человек, а человек в однушке в люберцах не может до конца постичь божественный удел. Не то что гражданин ЕС. Yes!